учимся учиться. Обучение воспитывает в человеке способность воспринимать жизнь как непрерывный процесс развития. Узнавать, усваивать, запоминать можно непосредственно в потоке рабочих дел. Для этого необходимо следовать определенным правилам. Для эффективного обучения можно применить один из трех основных приемов запоминания. Они могут пригодиться вам в любых случаях в жизни. Это техники, которые позволяют надежно запоминать данные, используя для этого различные ассоциации. К примеру, если вам необходимо запомнить ряд слов, создайте из них историю. И чем интереснее она будет, тем легче запомнится. Или же вы можете создать акронимы, как в случае с известной фразой, которая позволяет запомнить расположение цветов радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, где каждая начальная буква – это первая буква цвета в радуге. Следующий прием – поиск взаимосвязи. При изучении материала мы не стремимся выучить лишь какую-то отдельную деталь или процедуру. Мы хотим разобраться в том, как они взаимодействуют с другими деталями и процедурами. Нам нужно понимать общую систему, которая лежит в основе области знаний. Поэтому выходите за рамки отдельных фактов и ищите связи между ними. Задавайте вопросы в этих связях. Какая система существует в этой области знаний? Каковы причинно-следственные связи? Можно ли найти какие-либо аналоги? Как я могу эту информацию сделать ценной для себя? И так далее. И еще один важный прием – создание понятийных порций, то есть ментальных связок, которые объединяют отдельные фрагменты информации через общий смысл. Когда идея или понятие зафиксированы в виде порции информации, вам уже не нужно держать в памяти мелкие детали. У вас есть общее представление, то есть порция, и этого достаточно. Можно сравнить это с утренним одеванием. За простой мыслью «нужно одеться» стоит сложность мелких действий, которые вы совершаете при одевании и не замечаете этого.